Spoorfeed. Spoorfeed overal voor het yes. I called you because of the cat. Yeah, but I can't play it. На Гаврице встречаются спортсмены весовой категории до 63 килограммов. В красном рашгарде Эмилиус Каганавичус, Литва. В синем рашгарде Абадий Аманаров, Россия. On the bed see there goes the qualification bouts in weight category up to 63 kilos. The wrestler in red Russian representing Lithuania, Emilius Kaganovicius. His opponent in blue Russian guard from Russia, Abadi Amagaev. На Гавриле встречается борцов с категорией до 42 килограммов. Первый раунд. В красном рашгарде Давид Залдариан, Филиппины. В синем рашгарде Вячеслав Шков, Россия. On the bed D, qualification bout, weight category up to 42 kilos. The wrestler in red rush guard from Philippines, David Zadlariaga. His opponent in blue rush guard, Vyacheslav Shkotkin, representing Russia. And career Bell победил Олег Азимов, Россия. Met me the winner was Олег Азимов, Russia. Бал за атаку, предыдущий рестарт позиции по баллу ставки. Open guard. Open guard, значит, open guard. Бал за атаку, да. Да, где? Видео. Один этап. Спасибо.
Она говорит о красной рожгарне Алонсо Алагуйла, Бахибай, Казахстан. Синий стоплый, стоплый поставь. Синий стоплый. Медэй. In red, Alonso Alagula, Philippines. In blue, Nurbalat Bakibar, Kazakhstan. First round and the white lights on 50 kilograms. На ковре победил Апанди Амагаев, Россия. The next scene, the winner is Апанди Амагаев, Russia. На коверсе приглашается Бикарус Медиум Казахстан, Дмитрий Горшевин, Россия. На ковре победит Вячеслав Шкоткин, Россия. On the bed, D.